И всем привет, с вами Лимбер. И это четвертая серия по Соме. Давайте продолжим играть в этот интересненький хоррор. Так, загружайся. Ждем. А, нет, подождите. А, с вами нам по радио связалась какая-то женщина. Сигнал был очень слабый. А, ну, это мы уже в прошлый раз слышали, поэтому давайте просто ждем. Так, нажимаем, значит, кнопочку. Ёб твою мать. Так, что-то слишком громко, секундочку. Так, настройки, я что-то не ожидал. Громкость, субтитры вкл, ну-ка. Может быть, мне эти субтитры помогут? Нет? Просто было бы очень удобно, типа, просто в субтитрах видеть, что кто-то там шагает. Кто-то там ходит, кто-то там кто-то там что-то делает. Ты хрен ли ко мне? Тихо. Чё за? Не понимаю. О, прикол, я могу резать. Ой, не понимаю. Краткое введение. Так, это мы читали. Чё дальше делать-то? Сейчас смотрите. Так, надо подобрать позицию правильную, подождите. Во! Все, наблюдаем, как он там ходит. Он добирается до своей там позиции какой-нибудь, который нас не доставит. И уже полноценно вводим код. Да, код, кстати, введен правильно. Угу. Уйди отсюда. Я так понял, я открою проход наверх. Ну иди, 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 давай. Ага. 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 Тихо. Тихо! Ёб твою мать. Подожди. Слез спалился, как? Да ну ты гонишь, нет. Чё за бред? Чё он тут это истерит? Твою мать, я подумал, это глаз. Чё за бред? Можно этого робота вырубить? Он меня бесит. Серьезно? Ну спасибо, да. Ну пусть он меня убьет, пофиг. Вы умерли. Чтоб поп... А! У меня что, жизни есть, что ли? Серьезно? Так, а чё? Откуда я начну? А!
Ну ок, я понял. Так, так, посмотрел. Так, тут ничего нет. Я, кстати, мне интересно, какое расстояние, на каком он меня слышит. Текси. Давай, ходи. Угу, да, давай. Все, сейчас пройдет. Идем туда, открываем все, что нам нужно. Ты поломался? Ладно. Сейчас он сюда пройдет. Это что-то он какой-то это поломанный. Окей. Окей, ходи, ходи тут. Еще ниже присесть нельзя, жалко. Так, он туда ходит? Так, 0735. Так, давайте пусть он пройдет. Пусть он пройдет. Мы спокойненько, вот прям вообще спокойненько. Ой, поднимемся. Потому что я так понял, открылась вот эта хрень, которая лестница. Так, где тут? Где-то есть какая-то точка, под которой вот видно, как он там это. Как он там ходит. Так, смотрите, здесь он просто так останавливается и все, да? Так. Ну и проходи, проходи, проходи. Так, идем. Так. Так, замечательно. Все, теперь он ко мне не пробьется. Я надеюсь. Так, тут мы можем спокойно все поизучать. Так, тут хилка мне, она не нужна. Так. Ой. Обнаружены испорченные данные. Восстановить данные, да? Джонси, как там эвакуация? Все забрали, к выходу готовы. Но оставлять электростанцию одну нельзя. Адамс решил оставить меня за ней, Карл Сэмки вышли выполнять.
организации. Они, небось, очень рады. Я просто сообщить хотела, что все по графику. Завтра еще поговорим. Хорошо, передам все, Волчик. Угу. Еще. Джонси, славное утро для эвакуации, да? Сойдет. Я хотела представить тебе имя Карла. Когда я отправлюсь на ответ, у нас связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята. Я Питер Страсти, диспетчер на Тете. Если смогу чем-то помочь, вы дайте мне знать. Ну, думаю, все. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Джонси, удачи тебе. Угу, дружелюбные диалоги. Так, еще один давайте диалог. Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь не выйдем. Если через пару часов нас не будет, вызывайте кавалерию. Постой, что происходит? Там план прежний, да? Да, мы идем в шаттл и едем на нем прямо до Теты. Ладно, понял. Соберу людей для торжественной встречи. Приятно слышать. Так. Значит, мы услышали диалоги там каких-то чуваков, которые, видимо, вот собирались эвакуироваться. Что-то работает. Так, подождите, Нью-Йорк. Нью-Йорк, статус отключен. Последний контакт 10 января 2130 года. Окей. Чего? Это я... Сообщение. Йонси, офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами на Эпсилон. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе. Апокалипсис. Мне не нравится, что герой никак не реагирует. Лиссабон. А, Лиссабон, главный. Так, статус отключен. Последний контакт, 130-й год. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. Патрус-2 должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Примерное время столкновения 5.13. Алис. Ой, Лондон. Отключен. Так, сообщение. Дорогая Вильгис Йонсдотир, господи, что за фамилии. Я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается, и больше мы не можем поддерживать работу Эпсилона и Патоса-2. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа, и я уверен, что там, где потерпели неудачу, вы продолжите наше дело, не страшаясь трудностей. Искренне ваш, директор системы Джейн Блум. Кадис, вспомогательный. Статус отключен. Смотрите, год, последнее время контакта. Сообщение. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас места в первом ряду. Салю. Так. Ну что, нажмем. Связь с Лумар прервана. Требуется ввод данных вручную. Площадки. Эпсилон, тета, лямбда, дельта, омикрон, тау, фи, омега. Тихо. Головоломка? Так, подождите. Я, видимо, должен знать, что куда... подождите, вот. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. И чё? А! 2103. 210 таких нет. Европа. А, я могу посмотреть. Да ты тихо возьми. Так, ну ты же не просто так сюда, подожди.
21.03. Канал не используется, я понял. Ой, так, я так понял. Может быть, вот эти вот вводить? То есть, возможно, типа 00, какие-нибудь там 96? Нет. Так. Ну, давайте... 22.01 давайте введем. 22.01. Невозможно вызвать абонента станции с пункта связи с... Ага. 22.02. О! А, мне надо... Во! Подключено. Тета. Так, 22.03. Так. Вот. Вот сюда. А куда? Во. Вот. Лямбда. Эй, вы там? Я нашел купол. Фу, так-то лучше. Саймон, о, да? Прикол. Джаред, Саймон Джаред. Привет, Саймон. Я Кэтрин. Вы уже разобрали, что происходит? Я надеялся, так, секундочку. Может, и расскажу. Что хотите знать? Да, много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы что, там никогда не были? Где вы работали? В Гримуаре, в Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе 2. Где работали? Я не знаю, что это! Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, прямиком. Все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов. Чокнутых. Это все очень странно. Мягко говоря. Что это было? Воу! Что такое? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяются с шаттлом. Найдите шаттл и приезжайте. Я буду ждать. Черт, черт, черт. Куда мне? Что делать? Твою ж мать! А! А, то есть все нормально, да? Я же не погиб, это так задумано. Я надеюсь. Так. То есть я связался сразу с нужным каналом, окей. Что? Какого черта? Какого черта? Как такое возможно? Чего? What the fuck? В смысле? Откуда у меня костюм? Чё? What the fuck? Прикол. Так. Давайте походим. О. Лямбда. Найти шаттл на лямбду. Ага. Так, то есть мне подсказывают, да, что мне надо делать. О. Я могу прикольно прыгать. Так. Найти шаттл. А, подождите. Найти шаттл. То есть мы можем вот к этим подходить спокойно и тыкать. Не работает. Так.
Найти шаттл. Бомбы какие-то. Круг. Так, кран какой-то. Здравствуйте. А куда мне? Туда что ли идти? О, рыбки. Здравствуйте. О, включается, серьезно? А чё я нажать никуда не могу? Текс. Вот так вот-то. Паркур, ёпта. Вот так вот. Вот так вот паркурит в Соме. Так, ладно. Ой. А чё, в смысле, куда? А, сюда. Окей. Странная фигня, очень заинтересовывающая. Так, там кто-то это... Чё это такое вообще? Стой! Стой! Интересная тут улица. Посмотрите, какая архитектура. Плитка уложена. Вообще все хорошо. Так, а, я же могу так делать, да? То есть она бежала, да, и взяла вспомогательный шаттл. А мне оставить? Я как бы чё, про главного героя игры, что ли, не подумали? Мне ж тоже надо. Ага. Эй. Какой-то робот-домогатель вообще, он ко мне пристает. Я так понял, он не очень мне это... Нет, он мне рад, как бы, но, типа, я не думаю, что он это, безопасно. Так, тут ничего нет. Ах ты, тварь, я тебе доверял. А, тут ничего не слышно, логично. Хотя он говорит, ему пофиг. Странно. Ой. А, Эпсилон, окей. Здравствуйте. Привет. Ну привет, привет, ты меня чё, куда ведёшь куда-то, да? Чё происходит? Так, ладно, на превьюшку он вроде как есть. Чё тут летает себе, я его просто типа освободил и всё. Всё, он бесполезен, можно сказать. Так, опять Эпсин указатель, так, я думаю, мне лучше... Так, а сюда никак я не поднимусь, да? Еще работает чего? А, он мне освещает дорогу. Как бы мне это не надо нахрен, но типа все равно, что бы прикольно. У меня есть фонарик. Слушайте, у меня теперь есть фонарик. Так.
Тихо. Фас! Фас! Чё ты его не атакуешь? Нахрен мне такой вот это поломанный нужен? Хотя нахрен он меня всё равно не слышит. Если услышит, то от них убежать вроде не тяжело. Так. Так, это тот же Эпсилон, да, я все правильно тут их обхожу, изучаю все. Тихо. Текс. Да ты... Тихо. Бежим. Вот из этих роботов не это, не страшно убегать. Вообще, их не ста... Они не страшные, ты просто типа... Из-за того, что тебе выжить надо, просто от них убегаешь. Так. Ну, я так понял, вот, да? Посадочная. Посадочнар. Ага, спасибо, да. Хорошая локализация. Да? Я ж, по идее, могу обратно вернуться. Ну, блин, прикиньте, какая полезная игрушка-то у меня. Вот это он, конечно, это самый полезный робот, который вы только вообще... Как вы только видели. Спасибо, малыш. Ага, респектую. Так. Проведите омни-инструмент. Доступ разрешен. А чё он со мной не будет? Плохо. Так. Ну все, пускайте. Давай. Ой, залагало. Секундочку. Вот, 3 FPS было нормально. Так. Надейся. Я бы не надеялся. А вот хрен знает. Текс. Фонарик. Ну, посредственный фонарик. Так, туда надо идти. Хилка нужна. Господи боже, что это? Нехватка энергии. Вот шаттл, да? Текс. Обслуживание. Надо обязательно по жопам по каким-то лазить. Так. Так понял, мне обратно бежать придется. Что-то как... Не знаю, насколько предсказуемый это хоррор, этот хоррор. Опять, еще раз повторяюсь, говорят, что вообще фантастика. Вот прям the best horror you've ever played. Так. Такая себе, конечно, картина. Так, давайте, наверное, на превьюшку ее возьмем. Вот так вот. Вот так вот, нормально. Эпсилон, основные системы пути, шаттл отключ, это отключ. Ты кто? Она не даст мне умереть. Это запрещено. Что случилось? Несчастный случай. Энергоснабжение. Нашла на Теду. Я могу чем-то помочь? Если увидите Мастерс или Холланда, скажите, что мне нужна помощь. Ладно? Эми нужна помощь. Но у меня выхода нет. Чё? Вы там как? Вы в порядке? Я не знаю. Я хочу домой.
Но у меня выхода нет. У меня просто нет выхода. Так. Так. А, я, кстати, не могу. Так, тихо. Я... Лучше так не делать. А то хрен его знает, застряну где-нибудь. Здравствуйте. Тед, отвечай. А, я пропустил. Прикол. Вот это я, конечно, вовремя на нее набрел. То пропустил бы ее из жопа. Так, питание в... А чё, мне в этот нельзя? Или тут только... Ну ладно. Семь винтиков, чё? Человек... Дима Билан? Лол. 10 винтиков, 7 винтиков тоже уже на плюс. 2 розетки, ой, точнее вилки, 15 болтиков. 1 этот, светодиод, чё? Декларация. Шаттл бит. Маршрут Эпсилон Б. Это 1, дата отправления неизвестна. Предметы, номер квитанции. Легкий трос 250 мм. Доклад о несчастном случае. Набор помощников 4 штуки. Автонадуватель 3 штуки. Надуватель кого? А. Доминик какой-то. Заткнись ты уже. Так, столкновение. Сообщение для Патоса 2. Столкновение. Сегодня утром, 12 января, 5.13. Комета Тил... Ну да, там повсюду была указана примерная дата удара или там чего-то. Комета Тейлос упала в Тихий океан. Удар от нее падения оценивается как одно из мощнейших катаклизмов, когда-либо зарегистрированных на Земле. Все это указывает на то, что поверхность Земли полностью обезлюдена и больше не способна поддерживать жизнь. Уникальное местонахождение Патоса 2 обеспечило нашему персональному персоналу безопасность. А, полную безопасность. Мы зарегистрировали небольшие структурные повреждения, но убитых и раненых нет. Самая большая наша потеря – метео- и радиостанция, расположенная на надводной платформе «Омега», на которой не было персонала, что, учитывая обстоятельства, небольшая потеря. Экстренное освещение. Мы о будущем Патоса 2 и в конечном счете всего человечества будет проведена на ТЭТе. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Начальник станции КФУРКУ. Форк-то это там. Так, стоять, как его там? Я не успокоюсь. Фуркуриан. Так, у меня есть какой-то планшет. Двигатель. Ага, очень полезно. Так. Так, тут ничего нет. А, он тут открывается. А как его закрыть? Короче. Давайте почитаем это уже в... Тихо.
Давайте почитаем. Ой, начнем уже дальше вот продвигаться уже в следующей серии, потому что остается уже мало времени. И я думаю, это самый, наверное, хороший момент, чтобы закончить. Так, подождите, у меня же. Да, нет такого. Так. В общем, давайте. Переходим к концовочке. Итак, что бы мне хотелось бы вам сказать. Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео, это очень важно. Также, не забывайте нажимать на колокольчик. А еще, переходите по ссылочке в описании на мою группу ВКонтакте, в которой выкладываются анонсы к роликам, всякие нужные новости, типа, выйдет ролик позже, выйдет ролик раньше, вот это вот и все. Короче, очень полезная инфа, поэтому... Поэтому переходим, подписываемся, да. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!